На этом полотне «Ночная Бухара», «Средняя Азия» и «Кавказ» стали для художников Анны Сливковой и Натальи Шепелевой общим творческим мотивом. Они познакомились в Армении на совместном пленэре. Затем были поездки в Узбекистан, другие восточные страны. Из каждой поездки художники привозили новые работы. Сегодня они представлены на выставке в Самаре. Говорят, это отражение их творческого диалога. Для меня в Наташе это огромная жизненная энергия, какое-то счастье бытия и бесконечная радость. То есть я смотрю на ее работы, и мне всегда кажется, что там столько радости и счастья. Анина работа – это экспрессия, это сама жизнь. В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, портреты. Это солнечные и радостные работы. Они приковывают внимание и ярко передают настроение художников. Ценность в том, что это необычно для Самары, те пейзажи, та красочная гамма цветов. Настроение цвета, феерия, просто буйство красок. Обожаю их живопись. Честное слово, это радость жизни. В планах художников творческие поездки в Венецию и Азербайджан. А выставка будет открыта до 18 марта. Олег Зверев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.